Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Юрій Михайлович Антощенко, кандидат на посаду Миколаївського міського голови. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Юрий Михайлович, ну, собственно, избирательная кампания, все говорят о том, что она быстротечная, и фактически можно говорить о том, что приближается к финишной прямой. Вы каждый день встречаетесь с избирателями. Кстати, сколько встреч уже было? Ну, знаете, сбились со счета уже. О чем говорят люди на этих встречах? А знаете, говорят об одном и том же. То есть я думал, что все-таки в каждом районе, в каждом микрорайоне есть, ну, разные проблемы, с которыми нужно будет сталкиваться, будет перечень. Да, есть вопросы, которые, ну, как бы не поднимаются в других местах. Но в основном это одно и то же. Это отсутствие работы жилищно-коммунального хозяйства. К сожалению, ну, знаете, как говорят, мэр не должен быть политиком, мэр должен быть хозяйственником, мэр должен убирать коммунальные работы все производить. Но я скажу прямо. Мы дожились до того, что нужно, ну, наверное, все начинается сначала. То бишь, первое, это дисциплина. Это то, что мы говорим сегодня. Ну, давайте мы наведем порядок, да? Порядок нужно навести в головах, в первую очередь. Тогда у нас может что-то получиться. Если мы будем наводить порядки в городе и не менять, скажем так, наше понимание, да, о том, что это нужно делать. Ведь когда-то я говорил, я буду говорить об этом, на мусор никто не привез. Собак у нас никто не развел, которые кусают граждан. Это вот эти вопросы, которые поднимают. Дороги, покрытие твердое, те, которые у нас на тротуарах, те, которые на дорожном покрытии, они уже марли. Вот я на встречах задаю вопрос. В основном это женщины. То есть, как ни странно, это, ну, сегодня самые активные избиратели. Вот они говорят, я им всегда говорю одну. Скажите мне, кто умеет заштопать марлю? Ну, это такой материал единственный, который не штопается. Мы все это прекрасно с детства понимаем, что это бинт, да? Так вот, можно его заштопать? Наверное, нет. Поэтому стоит и тротуарные дорожки, и дороги в своем понимании вещей. Дорога – это и проезжая часть, и тротуар, и светительные приборы, в конце концов. Вот это есть, в общем-то, дорога. Так вот, проблема одна и та же. Тротуары, дороги, текут крыши, не вывозится мусор. Нет, извините меня, в нашем 21 веке газа у людей. Работают на электричестве. В общежитиях живут без душевых кабин. Все это то, что рассказывают люди. Скажите, 21 век на дворе. Можно так жить? Я думаю, нет. Поэтому я иду в мэры для того, чтобы все-таки решить эти вопросы. Нельзя говорить, вот давайте вопрос защиты, давайте вопрос экономики будем решать, давайте мы что-то будем там хотя бы сделаем за этот период одно или там каких-то два пункта из программы. Но если ты идешь, надо делать все. И людей сегодня интересует все. Начиная от дорог, транспорта, бытовых услуг каких-то. Становится вопрос, можно ли это сделать? Можно. Говорю это с уверенностью. Мы постоянно можно. Слышим, что в бюджете нет денег. Бюджет не получает денег. Это другой вопрос. Почему он не получает? Я считаю, что все-таки мэр не должен, ну, рассказывать людям, поднимать вот это недовольство у себя в городе, да, будучи мэром, о том, что вот 40, 50 тысяч, 100 тысяч заходит, разве можно ими управляться? Не надо сидеть в кабинете. Если переживать за вот эту общину, переживать за этот город, ну, извините, такой менталитет. Надо подниматься, в конце концов, быть мэром, толкачом, ехать и решать этот вопрос. Выбивать эти деньги. Для того, чтобы предприятия сегодня открывали рабочие места. А как они откроются? Только после того, когда инвесторы придут. Когда придут и начнут вкладывать в нашу экономику. Когда человек, заканчивающий вуз, будет востребован. Когда молодежь пойдет на работу и с удовольствием ее будут брать. Потому что не хватать будет рук. Сегодня что у нас происходит? Сегодня у нас устроиться на работу, оказывается. Ну, все об этом знаем, но мы будем делать вид, что мы не понимаем. Надо иметь знакомых, надо иметь, как раньше говорили, блат, надо заплатить денег. Что это такое вообще? Понять не могу.
Я не могу и не воспринимаю это. Значит, должен быть руководитель, который должен создать рабочие места, который должен постоянно наращивать производство для того, чтобы люди там работали, чтобы люди получали выше зарплату, чтобы развивались рабочие места. А вот потом пойдет экономика, потом пойдет бюджет. Если 2 миллиарда это мало, я тогда не знаю, сколько нужно денег, чтобы решить эти вопросы. Просто если все деньги из бюджета будут ходить на дело, а не по карманам, давайте говорить правду, в конце концов, то и жить мы, наверное, по-другому начнем. И когда мне говорят, что за год-два нельзя сделать дороги и тротуары, при наличии средств – бред. Если делать их через коммунальное предприятие – да, нельзя сделать, времени мало. А вот если, извините меня, не смотреть на то, сколько и какой откат будет, а если эти деньги запустить и привлечь туда наше частное предприятие, дать, в конце концов, определить рабочие места, дать людям, извините меня, заплатить деньги, а не просто обещать, что когда-нибудь, может быть, мы рассчитаемся. Такого не должно быть. Есть договор. Человек его подписывает, он понимает, строит свою экономику, в конце концов, как раз по этому договору. Сколько он платит рабочим, сколько он отложит себе на прибыль, сколько у него будет затрат на части, ведь это все считается. Тогда придут люди, которые будут делать крыши, которые будут делать дороги. Верить этому, в конце концов, горосполкому, что деньги будут выплачены абсолютно в сроки, те, которые указаны. Потому что их не будут, извините. Сколько ты дашь, я буду делать или не буду. То есть разговор сегодня повернут. Сколько заработает чиновник, а не что сделает. Так вот, если мы поменяем это, и если мы сделаем так, чтобы в конце концов деньги из бюджета уходили и те 40, и 50, и 100 тысяч на те дела, которые нужны этому городу, тогда бюджет будет работать, будет достаточно денег. Юрий Михайлович, вы не опасаетесь, что вот скажем, ну вас же слышат городские чиновники, они думают, они скажут, зачем нам такой мэр? Будут троекратно активнее против вас работать. Нет, ну давайте мы скажем так, не только чиновники. Допустим, медсестры, педагоги, работники горосполкома, да, муниципальной власти, которых уже запугали до такой степени, что не готовы уже сегодня проголосовать за нашего существующего исполняющего обязанности. Лишь бы только все осталось. Вот пусть будет вот так плохо, но все останется. Я еще раз хочу обратиться вот как раз к тем, кто зависит от бюджета. Если устраивает такая жизнь, если устраивает вот этот ресурс, которым человек пользуется и вас включает в эти отношения, ну тогда ничего не надо менять. Если нужно поднять 2 раза зарплату, как минимум, это минимум должен быть, то есть сразу должны поднять в 2 раза. Тогда мы четко с вами понимаем, что если мы в 2 раза поднимаем бюджетным организациям, да, если те, кто зависит от местного бюджета, сегодня в 2 раза получат больше, да, чего им бояться-то? Если человек честный, если человек ходит на работу. Я должен вам отметить, что при чайке, как бы там ни было, вот как бы там ни было, а люди в основном-то остались после чайки в горосполкоме, порядочные и честные люди. И их, к счастью, большинство, какие к ним могут быть претензии? Что создали ту обстановку, в которой медики, педагоги, муниципальные работники, да, которые сидят в мэрии, которые сидят в районах, да, давайте говорить правду. Что, стали им больше платить денег? Нет. Создали социальный пакет? Нет. А как вы с этих людей можете спрашивать? Если они на копейки трудятся? Нет. Подошли выборы, запугали людей, они сделали выбор и дальше так и живут. Так вот, калядовать их, как я говорю, калядовать, заставляют как раз от обстоятельства. И вот руководителей это устраивает. Давайте мы их будем держать в тяжелых рукавицах, платить мало зарплаты, пускай они тоже подворовывают. Я извиняюсь, конечно, берут незаконно деньги. Но тогда все, ничего не меняется. Если снизу не будут внизу людей заставлять брать, а люди снизу наверх не будут передавать, то вот вам рецепт от коррупции. Вот тот чиновник, пришедший на работу, должен иметь социальный пакет, как в любой цивилизованной стране. Он должен иметь хорошую зарплату. Он должен иметь стабильный гарантированный отпуск.
Он должен оздоравливаться у своих коллег, которые зависят от этого бюджета, понимаете, и не давать коллегам. А коллеги тоже должны получать. Поэтому разговоры все, что вот придет такой железный Феликс, да, который придет и всех повыгоняет, там, всех начнет нагинать. Извините, я когда шел в Облэнерго, зарплаты были до 2000, сейчас до 5. Сначала народ, конечно, возмущался, пришел жесткий, все, но я никого не сокращал. Я людей переводил на должности с меньшим объемом работы. То есть человек не справляется просто. Вот это были самые жесткие меры. Сегодня они получают 5000 гривен работники, да? Те, которые получали 1500 условно. Но есть же люди, которые получают, чем мы молчим? Я с гордостью об этом говорю. 30, 20 тысяч. Есть такие, есть 15, 10, 12. То есть люди, которые имеют высокий уровень профессиональных навыков. То есть те, которые умеют считать, руководить, организовывать, вот они должны получать. А человек, который просто работает руками, он тоже прилично получает. Ну, естественно, не столько, сколько человек, который берет на себя ответственность. Начальник отдела, служб, вот они действительно получают хорошо. Так что я хочу обратиться к работникам муниципальным, обратиться к тем, кто зависит от этого местного бюджета. Да не бойтесь вы в конце концов. Вот скажите себе, я не боюсь. Я спокойно иду, голосую 25-го, 26-го числа, у меня все в жизни нормально. Абсолютно. Потому что без вас, Антощенко, ничего не сделает. Абсолютно ничего, это я гарантирую вам. Поэтому успокойтесь и не слушайте тех, кто уже сотрудников моего штаба, уже дошел до моего штаба, запугивает. Вы же понимаете, что 26-е наступит, вот 26-го придет власть, мы начнем там. Да ничего они не начнут. Потому что надо туда сначала зайти, легитимно, стать мэром и затем вести свою политику. Но если сегодня то, что творится в городе, устраивает наши горожан, они выберут. Ну, наверное, не устраивает. И когда разговор идет о том, мы знаем, как сделать, у нас есть тоже план того, как это сделать. Я хочу тогда задать оппонентам вопрос. Если вы знаете, как это сделать, чего вы молчите? Это что, секрет сегодня? Нет, это не секрет. Тогда двое из одни, ну, скажем так, одно из двоих, это лукавство, либо это, извините меня, просто, ну, какая-то сегодня непрофессиональность. То есть сегодня мы, давайте говорить прямо, дожились до такой степени, что нам с вами необходимо, как минимум, что сделать? Заниматься уже канализациями, ливневыми стоками, дорогами, крышами, понимаете, не развивать. Как мне сегодня на встрече сказали, надо строить подземные переходы. Нужно и космические корабли строить. Но нужно же, извините, по нашим возможностям определения это сделать. А у нас его нет. Нет возможности. Но тем не менее нужно изыскивать. И незащищенных граждан, которые не защищены сегодня. Да? То есть не могут работать на хорошую зарплату, потому что не хватает здоровья. Люди, которые, извините, пенсионеры, мы о них вообще забыли. Которые стонут от того, что у них не хватает. Вот о них надо подумать. Кому? Наверное, мэру. Наверное, мэрии. Наверное, сегодня доктор, который получает 1500, ну, мы хотим получить качественное лечение. И чтобы он, извините меня, мы здесь кричим, Конституция написана, бесплатное у нас образование, медицина, да? Но нет такого бесплатного. Я везде задаю на встречах один и тот же вопрос. Скажите, кто не носит фонд в школы? Это вызывает бурный смех, потом возмущение, народ начинает понимать, возмущаться. Извините меня, но мы же это не принесли год назад. Сначала мы по чуть-чуть, потом еще больше, потом еще больше. Я помню советские времена, я ходил в школу, но всегда мать сдавала рубль, там 3 рубля на краску, там, на какие-то тюли, там что-то в классе там подремонтировать. Никто не возмущался. Но когда это перевели, извините меня, на серьезную сумму, когда это перевели, есть, ну, будем говорить, ежемесячные поборы, ну, это неправильно, я считаю. Поэтому я хочу сказать, что я настаиваю на том, что управление образования, управление медициной города должен зайти, тут, на эти места должны зайти люди, которых выберут сами, преподаватели и медики.
человеку, которому доверяют, который имеет программу. А мэр должен выполнять формальные функции, подписать этот договор. Для того, чтобы это считалось контрактом, для того, чтобы человек пришел и работал. Вот тогда мы подумаем о нашем народе. Вам не кажется? Может быть, поживем, посмотрим. Давайте посмотрим. Так сложилось в этот раз, что выборы у нас не очередные, но есть очередные, собственно, тоже не очередные, президентские. С вашей точки зрения, вот уже, собственно, кампания движется к концу, накладывает вот отпечаток то, что николаевцам придется прийти и проголосовать там по двум бюллетеням, за президента и за кандидата на пост городского главы? Ну, вы знаете, я скажу так, ну не вся же Украина так будет голосовать. Это те города, которые назначены выборы мэров. Вот. Но тем не менее, если брать наш регион, то есть брать наш город, то естественно это накладывают. Естественно накладывают, потому что первоочередным для города, я считаю, это мэрские выборы. Это то, с чем придется жить, понимаете, здесь, нам, с вами. Это так, как мы построим политику, которую мы с вами в этом городе, естественно, оппоненты этого не хотят признать, но тем не менее, на сегодняшний день абсолютно, ну, абсолютного нельзя сказать. Потому что это эталон, и нельзя к нему, скажем так, приравняться вот на 100%. Но очень высоко сегодня право местных советов. И вот местная власть сегодня имеет законодательство, которое позволяет ей жить. Позволяет. Я надеюсь на то, что придет время, когда центральные власти все-таки расширят полномочия, это будет вообще прекрасно. Но пока давайте говорить о том, что мы имеем, потому что разговоров идет много, дальше разговоров пока не идет. Что мы имеем? Сегодня работает предприятие. Вот буквально утром, часов 8, я был у себя на предприятии, разговаривал с людьми, агитировал, потому что все-таки сейчас предвыборная кампания. Я хочу задать вопрос. Вот Облэнерго платит налоги. Другие предприятия, которые работали, не остановились, платят налоги. Почему на отхождение 40-50 тысяч в месяц в бюджет наш, то в день, в наш бюджет, ну, конечно, это неправильно. И нам надо все-таки городскую власть, да, есть финансовое управление, есть мэр сегодня, исполняющий обязанности человек. Ну, как бы вакансии заняты. У меня становится один вопрос. Что сделано конкретно? Что конкретно сделано, чтобы деньги, которые должны зайти в бюджет города Николаева, в общину деньги зайти, к вам, мне, да, пенсионерам, все остальное, коммунальному хозяйству, депутатским деньгам, которые должны уйти в народ, да, что конкретно сделано? Ничего. Кроме разговоров, что казначейство нам не дает, ну так есть, извините, ваши коллеги сегодня, и легитимно выбранные в Украине, собирайте совет, выходите на этого президента, исполняющего обязанности, выходите, извините меня, на Верховную Раду, в конце концов, задавайте вопросы, где наши деньги? Где наши деньги? Но если мы согласны так дальше, будем сидеть ждать. Теперь я вам хочу сказать, что кто бы ни зашел в мэры, первым, что он должен сделать, это он должен спросить, почему с января месяца, а мы заканчиваем с вами пятый месяц, это считайте полгода, мы получаем какие-то крохи. Ему будет выгодно, ему будет удобно работать. Потому что, извините, во втором полугодии мы заканчиваем первое полугодие. Бюджет свой мы не выполнили. Давайте честно будем признаваться, вот эти полгода. Но деньги, которые нам должны, мы должны освоить в этом году. Значит, надо сегодня планировать ту работу, которую нужно провести до декабря месяца. Остается 5 месяцев полных, да? Значит, смотрите, если нам тендера проводить, если крупные суммы, если нам конкурсы проводить на выполнение каких-то работ, да? То есть, как бы проводить законную процедуру. Это нужно 1,5-2 месяца. Откидываем. Остается 3 на выполнение. Так об этом надо трубить сегодня, кричать нужно. И дорогу, извините, в октябре уже, в конце, в ноябре, в декабре, в январе, в феврале, марте строить нельзя. Ну нельзя в мороз ложить асфальт, ну нельзя в дождь ложить асфальт. Ну неужели мы этого не понимаем? А когда же мы собрались, извините меня, все это делать? Вопрос? Вопрос.
Ответ один, ребята, надо караул уже кричать. Полундра, как говорят на корабле. Что же мы делаем? Мы же не считаем, что деньги не отчисляются. Так что, вывалили 14-й год полностью. А люди? А жизнь в этом городе? Она что, должна остановиться? Потому что кто-то, извините, не умеет. Мы ждем 25 число, потом мы ждем второй тур, в конце концов. Вот поэтому я хочу объяснить, что для народа, для общины, сегодня выборы мэра гораздо важнее, нежели там, как говорят, паны бьются, а у чубы трещат, да? У кого? У казаков. Так извините меня. Давайте мы соберемся общиной, соберутся другие общины и зададим вопрос, что извините, мы все понимаем, очень трудно уменьшить налоги, но не до такой же степени, ну отчисления имею в виду, но не такой же степени, которую мы имеем сегодня. Где деньги? Где деньги? Ответ, извините, а в ответ тишина. Поэтому я считаю, что все-таки с приходом любой из мэров, это я оппонентам говорю, должны сегодня работать над тем, что они уже сегодня, вот моя команда готова с 26 числа зайти и конкретно начать работать. Конкретно работать с бюджетом. То, что говорят, нужно пересмотреть бюджет. Нужно пересмотреть цифры, которые будут направлены на одно или другое, что и есть пересмотром бюджета, да? Но извините, пересматривать целевое призначение кошков, то бишь пункты, которые утверждены на сессии. Если мы начнем сейчас пересматривать еще и пункты, то есть перераспределение не только суммы средств, но и целевого призначения, но еще 3 месяца, потом мы начнем торги проводить. Так давайте жить с 15 года. Вот перевернем календарь, получается, и вот с 1 января 15 года будем жить. Вы рисуете такую апокалиптическую картину, действительно. Нет, я рисую, давайте говорить по-честному. Вот разговаривать по-честному, по совести. Но ведь так происходит. Ведь так происходит сегодня. Мне могут закинуть сегодня. А вот тендера провели, а вот конкурсы провели. Вы знаете, я в эту объективность мало верю. Поэтому, если даже провели, есть срок 30 дней по заключению договора. Значит, уже они нелегитимны, извините меня, эти торги. Поэтому все равно придется все это пересматривать. Но раз сессия, надо уважать депутатский корпус. Но они же сидят, извините, не просто кнопкодавы, а люди, которые думают, которые пробивали этот бюджет. Значит, мы с вами должны его выполнять. То есть те пункты исполнительные у вас. Давайте так говорить. А пересматривать просто бюджет? Как пересматривать? Те наименования, которые депутаты решили сделать. Ребят, не забывайте, что есть исполнительное и законодательное. Так вот, депутаты являются законодателями. А вот исполнители должны исполнять. Вот пересмотр, который вынесется на сессию, должен только затронуть в части цифр. То есть направить деньги и выбрать приоритетное направление, в которых нужно работать. Ну, это мой принцип работы. Может быть, я не прав? Но, извините, практика показывает сегодня обратное. Сегодня есть социальные пакеты на предприятии, хорошая зарплата. Инвестиционное вложение, если на 10 миллионов в наше время предприятие покупает вышек, буровых установок, автомобилей, это показатель или нет? Кроме того, что выплачивают зарплату. Не хлебом единым, мы ездим за границу, мы, извините, отдыхаем, мы отмечаем праздники свои, отмечаем неплохо, я считаю. Ну, наверное, так должны жить все. Поэтому иду на мэра. Социология нам показывает, что далеко не все николаевцы, скажем так, значительная часть николаевцев пока не определилась, за кого голосовать. Могут вообще не прийти на выборы, учитывая сложную политическую и экономическую ситуацию в стране. Ну, а, собственно, ситуацию в городе вы выше описали. Есть какое-то, я не знаю, послание, обращение к этим людям? Есть. Я хочу сказать людям об одном. Вот все говорят, вы должны прийти на выборы, потому что вашим бюллетенем воспользуются. Вы знаете, сегодня это уже не просто разговоры. Почему я это говорю? Потому что работают люди, работают с другими штабами. И такое выражение, что не важно, как голосуют, важно, как считают. Как вы считаете, это не цинизм? Когда в штабе соперников, я не буду называть, но идет разговор.
Не важно, как голосуют. Важно, как считают. То есть люди готовятся к вбросу. К конкретному вбросу. Я предупреждаю, что я один из тех кандидатов, который будет настаивать, вот пусть на показательном, но суде перед этими негодяями. Есть два района в городе, которые четко работают на то, чтобы сделать вбросы. И я предупреждаю, вы знаете меня, я не остановлюсь ни перед чем. Но я докажу и выведу на чистую воду. Пора прекращать все эти ваши технологии, как вы называете, вбросом. Это не технология, это противозаконное деяние, которое должно быть наказано один раз и навсегда. Получилось у вас один раз, получилось у вас второй. У некоторых получается всю жизнь и на этом зарабатывать. Я предупреждаю, что я не успокоюсь. И вот эти вбросы, насчет вбросов, меня поддержит не один кандидат, а большинство. Потому что под одного кандидата вбросы. Вы, конечно, можете сделать. Я же вас за руки держать не буду. Но то, что я докажу вбросы, а есть технология, поверьте, доказать, как вбрасывать. И люди готовы сегодня написать, извините меня, заявление о том, что они этим занимались. Ну, смотрите. Подключите этих людей, дадите им бюллетени, они принесут и покажут. На телевидении. Давайте вот мы с вами договоримся. Будет вброс, будет бюллетень, я принесу, безусловно, положу вам на стол. Телекомпания НСТВ заинтересована в том, чтобы выборы были честными. Я честно вам. Потому что мы живем в этом городе. Потому что народ должен выбирать, понимаете? А не выбирать те, кто, как я сказал, давайте поставим мэра. Вот где-то они ведут себя так. Не выберет народ и община. И то, что я предлагаю, любая управленческая должность, что касается чиновничьей, должна не потому, что нравится чиновник или не нравится. Я считаю, что человек должен быть избран подчиненными для того, чтобы эти люди могли к нему прийти, сделать ему оценку. И не важно, что мы говорим, вот как вы смотрите, вот как это будет. А будет очень просто. Мы должны с вами проголосовать за программу развития города. Мы с вами, все общество. И любой мэр, который заходит, наложит руку на эту программу, как на Библию, и клянется, что я буду выполнять все эти пункты, я буду развивать город, я не буду брать, я не буду давать. Давайте, как один из кандидатов пишет, жить по-новому. Вот есть предложение сегодня. Давайте попробуем жить по-новому. Поменяем все это. Так вот, как раз это и есть призывом к тому, чтобы люди пришли на голосование все-таки. Проголосовали. Да? А вот того, кто выставил свою кандидатуру, вот ему надо как минимум задуматься над тем, а не стыдно ли ему будет за то, что он выбрался в мэры. Народ, который разуверился, 50% не собирается вообще идти голосовать. Потому что она понимает, что это вот взяли и поставили. Вот я прошу, жители, придите и проголосуйте. Я просто могу вам пообещать одно, вам стыдно за мэра не будет. Если мэр будет работать на вас, ваше право выбирать любого из предложенной кандидатуры. Но только единственная просьба, посмотрите, что человек сделал. Кем он является сегодня? Как сегодня обстоят дела на том предприятии? Если рассказывают, что 10-15 миллионов зарабатывали денег, продав одно судно, да не вопрос. А сколько получали люди там зарплаты? Сразу возникает вопрос. Ну если так, такое прибыльное дело, так сколько же люди получили денег? Реально. Они принесли их домой? У меня есть сомнения. Потому что сегодня устроиться на мое предприятие, ну уж не так просто при таких зарплатах. Люди бегут с других предприятий, я не буду называть, и просятся взять на работу специалисты. А я помню то время, когда частное предприятие забирали в облэнерго людей, заплатив 500 гривен, 700 больше заплатили, и человек бежит, потому что это составляло 50% от того, что платили мы. И знаете, как обидно было воспитывать, извините, ну, умненьких, хороших детей, которые чему-то научились, сразу через полгода убежали. Ну, вот так. Я смотрю, несмотря на то, что компания непростая, но вы сохраняете оптимизм. Вы знаете, а по-другому не получается. Вот если человек получил уже пассивность в конце, если человек, ну, так я вам скажу,
ну, неоднозначно как-то можно это трактовать, но тем не менее, человек немножко возбужден, да, от этой работы. Вот я уважаю этих людей. Потому что он пропускает через себя, раз у него есть реакция. А если человек безразличен, знаете, ну как-то я не верю этим людям, я так скажу. Вот человек самый опасный, и меня так воспитывали, да, когда преподавали психологию, это тот, который безразличен. Вот тихоня какая-то, тихое болото, как у нас называли, да, ну черти где водятся, в тихом болоте. Вот эти вот все моменты, которые возникают, и психология показывает, что нужно обращать на людей, которые не те, которые кричат, не те, которые психуют, а вот которые, ну, будем говорить, такие спокойные абсолютно. Вот от них надо ожидать каких-то движений неординарных, поверьте. С надеждой на людей, которые не безразличны, Юрий Михайлович Антощенко, кандидат на посаду Миколаївського міського голови. Будь нашим гостем та відповідаємо на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхи вам. До побачення.